Боюсь, у меня для вас не очень хорошая новость. Я не дрался с 5 класса. Вы все знаете, насколько трудная ситуация в школе. Тоже читаю иногда. Чего? Ну вот как преподавать с такой новостью? Некоторые учителя не получали зарплату по несколько месяцев. Ну что ты выдумываешь? Именно поэтому... Директору тем более нельзя! Я принял трудное решение. Да как ты смеешь? Да кто ты такая вообще? Я тебе сейчас зубы выбью, отвечаю. Стойте! Никто не уйдет, пока мы не решим этот вопрос.